потерпевший крушение два дня назад в Азербайджане военный самолет МиГ-29, который, по предварительным данным, упал в Каспийское море, до сих пор не найден. Во всяком случае, об этом нет официальных информаций. Более того, эксперты говорят, что если бы на пилоте работал маячок, то его обнаружили бы в море или на суше. В азербайджанских соцсетях от неопределенности нарастают какие-то фобии. Никто не понимает, отчего самолет мог рухнуть, ведь два других самолета благополучно вернулись на базу. Кроме того, неясно, какое задание они выполняли ночью в Каспийском море. Официально говорится, что полеты были учебные. Говорят об электронном вмешательстве, о том, что это повод отказаться от российских самолетов. Тем не менее, в официальной версии никто не верит. Страхи приводят к тому, что люди начинают лихорадочно связывать разные события. Например, о том, что затонувший вчера в Каспийском море иранский сухогруз был связан с крушением самолета. Проводятся и параллели с неожиданным решением Азербайджана отменить визовый режим для граждан Турции и сохранить его для граждан Ирана. Напомним, Министерство иностранных дел Азербайджана 25 июля подтвердило, что с 1 сентября Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции. Турция в одностороннем порядке для граждан Азербайджана его отменила еще в 2007 году, Иран это сделал в 2011 году. Но Баку упорно отказывался отменить визы для Турции и Ирана. В 2012 году визовый режим между Турцией и Азербайджаном был почти отменен, но Иран заявил, что если Баку отменит визовый режим для граждан Турции, то же самое он должен сделать и для граждан Ирана. В противном случае Иран лишит Азербайджан возможности иметь связь с Нахидживаном, Арменпресс. Чем обусловлено решение Баку отменить режим с Турцией и сохранить визы с Ираном? Связано ли это с тем, что фобии Алиева настолько разрослись, что вынуждают открыть ворота Турции и искать там помощь? Или есть какие-то обстоятельства в ирано-азербайджанских отношениях? В какой мере они связаны с Нахидживаном? Подпишитесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях, но просим без оскорблений и мата.